вот что у нас получилось. Это самый примитивный наждак, на котором можно заправить ножи, стамески, ножницы. В принципе, любая вещь, которую нужно заточить, на нем можно заточить. Берем, допустим, 120-ю наждачку и попробуем заточить вот этот нож. То есть он вообще не режет. Абсолютно тупой нож. Прижимаем струбциной к столу. Прищепкой. Включаем. И поехали. Ну что, теперь проверяем наш нож на остроту. Помните, как было? И сейчас. То есть вполне чистый рез. То есть для кухонных нужд такой нож вполне себе пригоден. И можно свободно резать хлеб и все остальное. Кроме того, чем хороша вот такая приспособа по сравнению с наждаком? Во-первых, такую приспособу можно сделать буквально на коленке на кухне. Второе, не менее важное. Если вы не умеете точить ножи, то есть вы обычный человек, вы не супер ножемастер, то на наждаке не обязательно у вас получится его наточить. Вы можете из него просто пилу сделать. То есть смотрите, здесь никаких задиров не остается на лезвии. Лезвие прямое. На наждаке можно из него сделать вот такую пилу, если вы не умеете точить. Кроме того, нужно еще его остужать время от времени, если точите на наждаке. А то если перегреете, лезвие держать заточку не будет. На наждачке лезвие не перегревается. То есть можно свободно точить, не остужая лезвие, но оно не успевает нагреваться. Ну, в принципе, и все. Кому понравилась такая самоделка, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Где-нибудь вот здесь вот будет новое видео, вот здесь вот старое видео, а вот там подписочка. Все, всем пока, удачи, два тузавра сдачи. Всем пока!